Ну, я думаю, конечно, в жестких мерах. Как только какой-то из хороших, талантливых министров, который приносит огромное благо России, из-за такого инцидента будет уволен с треском, другие задумаются. Я лично, где только не работая, всегда езжу медленно, аккуратно, и мои водители, и я сам, всегда соблюдают правила движения. Во-первых, ну, это просто мои убеждения, раз. Во-вторых, даже человек, который не имеет таких убеждений, должен хотя бы просто задуматься, выгодно ли ему это. У всех сейчас есть видеорегистраторы. Любое ДТП попадает сразу мгновенно в интернет. И можно наблюдать, тот, кто там выскакивает, его охранники. Ну, таких тоже случаи есть. И начинают вдруг избивать. Ну, во-первых, это грубейшее нарушение правил охраны, между прочим. Охранники должны сразу, а вдруг это провокация, и тут сидит снайпер. Это просто человека охраняет непрофессионал. Если такое произошло, то охраняемое лицо должно сразу уволить полную смену своей охраны, если такое случилось. Мне кажется, вот в эпоху сейчас такой интернет-гласности нужно вести себя скромно. Скромность украшает человека, неважно, он крупный чиновник или очень богатый человек, нужно быть скромными.